Асфальтирование дороги ведут на Гоголя. В ближайшее время планируют открыть для движения полосы в районе пересечения с улицами Достоевского и Крылова. На участке сетей по улице Гоголя от развязки до Аксаковской производятся работы в рамках подключения театрально-музейного комплекса. Эта сеть не питает жилые дома, поэтому работы продолжаются после запуска отопительного сезона. Чуть ранее в районе Владивостокского государственного университета подрядчик заасфальтировал участок, где были уложены новые трубы. Затем была проведена обратная засыпка на участке в районе пересечения с улицами Достоевского и Крылова. Сегодня там ведется асфальтирование. Компания «Инвестройторг» производит окончание работ по асфальтированию участка «Голубиная пать» Гоголя. Прокладываем второй участок после окончания работ инженерной коммуникации. По проекту здесь запланировано 3 слоя асфальта, 19 сантиметров общая толщина. Напомним, что в рамках строительства сети для музейно-театрального комплекса специалисты поменяли 1700 метров теплосетей, а сейчас строят новый участок протяженностью 330 метров. Работы проводятся этапами. В ближайшее время подрядчик начнет работать на участке дороги, расположенной выше по направлению к Аксаковской.